пятый год, во время проведения Славянского базара, во время проведения культурного фестиваля мы обязательно уделяем большое внимание экономическим вопросам. Конечно, культура – это первое, это связующее звено между народами, поэтому мы, опираясь на культуру, проводим бизнес-мероприятия. В этом году международная бизнес-конференция больше направлена на Россию, на российские регионы. Мы отрабатываем вопросы и сотрудничаем очень тесно с Гомельской областью, именно Оренбургской областью. Сегодня мы здесь, хотим посмотреть, хотим повстречаться с руководителями ваших предприятий, именно вот в рамках этого бизнес-форума, найти те стороны и точки соприкосновения, которые будут интересны также для нашей области здесь, в Витебске. Я думаю, что такие контакты нужно продолжать и такие связи налаживать. Это будет полезно и для вас, и для нас. Сегодня малый и средний бизнес как раз-таки становится конкурентоспособным. И мы имеем очень много примеров, когда наши бизнесмены, ну, в самых разных точках мира уже представлены, и, в принципе, они конкурентоспособны, их продукция пользуется спросом, становится известной. Очень важно, что вот такие мероприятия, как сегодня, позволяют бизнесу еще и не только видеть опыт друг друга, но и позволяют кооперироваться между собой, потому как совместно они выходят на более высокий уровень технической, научно-технической составляющей своей продукции, ну и тем самым становятся более привлекательными на внешних рынках. И чтобы быть конкурентоспособными и на внутреннем рынке, и нам нужно покорять и внешние рынки. Безусловно, инновации для этого очень важны, и бизнес-сообщество должно уделять этому особое внимание. Ну, вы знаете, для Витебска, для вообще белорусских предприятий и российских предприятий очень важны личные встречи. Прежде чем подписать любой контракт, надо посмотреть в глаза партнеру. А если говорить про Витебск, то здесь есть большое количество хороших предприятий, с которыми мы заинтересованы в налаживании прямых связей по производственной кооперации, по торгово-экономическим связям. Вот сегодня мы были на одном из таких предприятий. Приезжая на такие мероприятия, видишь уже очень много знакомых лиц, знакомых людей, с которыми просто интересно поддерживать какое-то общение, какой-то диалог. Это и представители государственных органов из Минска, и представители частного сектора. Но также интересно пообщаться с теми делегациями, которые приезжают из других стран Витебска, чтобы посмотреть, какие интересы вот они здесь хотят преследовать, и понять, как мы можем друг другу быть интересны. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.